Здравствуйте, дорогие пациенты клиники Эксимер. Меня зовут Елизавета, я из города Кемерово, и я хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями от коррекции зрения в данной клинике. На коррекцию зрения я решалась недолго. Я посоветовалась со своими родственниками, с братом и тетей, которые уже прошли коррекцию зрения в Эксимере год и два года назад. Они сказали, что у них все замечательно, и я это сама видела, вот, и посоветовали мне доктора, который проводил операцию, Тодановский Игорь Валерьевич. Я тоже захотела прооперироваться у него. Переехав в Новосибирск, я буквально через 3 месяца пришла на первичный осмотр. Игорь Валерьевич меня осмотрел, предложил мне различные варианты, с помощью которых мы могли бы улучшить мое зрение. Предложил мне вариант, который был бы наиболее оптимален для меня. Специалисту виднее, я с ним согласилась и записалась на коррекцию зрения. И буквально уже через короткий промежуток времени я прошла данную процедуру. Процедура оказалась очень быстрой и безболезненной. В клинике создана прекрасная атмосфера уюта, и когда ты в нее попадаешь, ты чувствуешь себя в полной безопасности. Люди, которые тебя окружают, никогда не оставляют тебя одного. Ты всегда знаешь, куда тебе нужно подойти, что тебе нужно сделать. Нигде ты не ходишь один, тебя везде сопровождают. Вот. И на любой твой вопрос можно найти быстрый, четкий ответ. Каждый готов прийти на помощь. Любой человек, который здесь в клинике рядом со мной оказывался, оказывал поддержку, говорил, что все будет хорошо. Люди, которые сопровождали на операции, точно так же рассказывали, как она будет проходить, говорили, чего стоит ожидать, точнее, чего не стоит, боли ожидать не стоит. И после этих слов мне стало очень легко зайти в операционную. В операционной доктор вел себя очень четко, грамотно руководил командой. Мне очень понравилось, как быстро и слаженно происходил процесс. И после коррекции зрения реабилитация была очень легкой. Буквально один вечер были какие-то неприятные ощущения, но это не было как-то больно или что-то с этим связанное. Это было скорее просто некий дискомфорт. Я просто поспала, и на следующий день, воспользовавшись солнечными очками, я уже могла жить свою жизнь так же, как и жила ее до этого. Уже после операции я прошла уже 3 осмотра. Все проходит, слава богу, благополучно, и надеюсь, что дальше все так будет. Я уверена в том, что теперь со мной будет этот прекрасный мир, который я смогла увидеть своими глазами, без очков. И я желаю вам пройти через это же, увидеть то, что я смогла увидеть я.